Студия «Историка бытового танца «Комплимент» появилась около года назад. Именно тогда прошел первый бал, организованный людьми, которые любят танцевать и могут научить делать это всех желающих. Бальными танцами стали заниматься давно. Еще в далекие 90-е годы, когда я только-только пришла работать в школу, очень хотелось сделать какой-то праздник. Началось все с больших спектаклей, которые ставились в школе. 1-2 танца в обязательном порядке спектакли были, танцев становилось больше. Постепенно появилась бальная культура в нашем городе. Мне это очень понравилось, сама идея возрождения вот этих вот танцев из старины мне очень понравилась и привлекла. Как начал ходить, и вот уже 8-й год я не прекращаю посещать эти балы. Школьные праздники переросли в массовые мероприятия, которые стали проводиться для жителей города. Стать участником бала может любой желающий, даже если он не является членом студии. Программа балов очень разнообразна. Она продумана таким образом, что и те, кто уже хорошо танцует, и те, кто впервые оказался на подобном мероприятии, могут интересно провести время. Для того, чтобы исполнить простой танец, достаточно выбрать себе партнера, выслушать комментарии ведущей праздника и слушать музыку. Сложные танцы исполняют участники студии «Комплимент». Они с большим удовольствием дарят свое творчество и настроение всем зрителям. Для того, чтобы выступление удалось, студийцы заранее разучивают танцы. Сейчас в их репертуаре уже более 30 различных вальсов, мазурок, кадрили и полек. Так как бал – это мероприятие особой торжественности, оно имеет свои строгие правила и этикет, которые также изучают на занятиях студии. Поэтому все, кто приходит на бал, обязательно отмечают неповторимую атмосферу. Я не в первый раз участвую в таких балах, и я очень рад, что у нас в России, в нашем городе, в наше время возрождается такая хорошая традиция проведения балов на Рождество. Меня привлекает особая атмосфера, которая царит на таких балах. Она переносит меня в старые века, и я могу почувствовать себя джентльменом. Впечатлений масса, но вот это само погружение в эту атмосферу, вот это вот исторические события, почувствовать себя на самом деле кавалером, почувствовать себя таким человеком вот именно на балу, это, конечно, просто непередаваемые впечатления, их нужно только побывать, и только после этого можно понять, что именно ты чувствуешь. Интерес к таким мероприятиям растет не только в Пензенской области. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске проходят тематические балы регулярно. Совсем недавно студия «Комплимент» побывала на 2-м Поволжском фестивале исторического танца и культуры «Река времени» в Самаре. Поездка стала прекрасной возможностью для того, чтобы пообщаться с единомышленниками и попасть на мастер-классы профессионалов танцевального искусства. Очень хороший фестиваль там состоялся, очень интересно все было. Нам давали очень много мастер-классов, конечно, все оттуда мы уже не помним, но многое мы привезли, запомнили. Новую программу. Было 2 больших вечера танцевальных. Первый вечер был посвящен 20 веку. Второй огромный большой бал, больше 100 человек, людей, был 18-19 век. Стоит отметить, что все балы, которые проводит студия «Комплимент», благотворительные. На средства, собранные на мероприятиях, приобретаются подарки для детей, находящихся на лечении в онкологическом диспансере. Это очень хорошая традиция проводить бал, собирая денежные средства, потому что в наше время есть много людей, которые нуждаются в нашей помощи. И, может быть, на эти средства будут приобретены вещи, которые подарят этим детям радость. Благотворительность, она именно идет на то, что дети будут рады тому, что им придут, вообще хотя бы кто-то их посетит, а уж тем более, что им подают подарки. Оказавшись на подобном мероприятии, мало кто останется равнодушным. Приходите к нам заниматься, мы будем очень рады видеть вас, потому что танцы – это не удел избранных.
Танцевать, особенно такие социальные танцы, бальные танцы исторические, может абсолютно любой. Приходите, хотя бы придите хоть раз, вы почувствуете ту радость и удовольствие. Я думаю, вы не захотите уйти и закончить заниматься.